Всем привет, и вот должен снова вас покинуть на 4 дня. Приеду я в воскресенье вечером, но там газеты надо быстренько разнести, деньги заработать. А в понедельник уже школа, то есть у меня не так, как у вас. У меня каникулы до 11 числа, потом я учусь до 1 августа, а там уже каникулы до 15 сентября. Так что у вас это организовано намного получше. Значит, еду я опять в Италию, в кемпинг, но уже в совершенно другое место, подальше, на Адриатическое море, в Равенну. Надеюсь, будет нормально. Ну, конечно, как может быть ненормально на море? Так что 4 дня опять же видео не будет. Так, гренки приготовились. Ну ладно, всем пока. Хорошо вам в эти дни отдохнуть. Всем удачи и пока. Увидимся 11 числа.